В Молдове начался прием абитуриентов в вузы. Сегодня в молдавском ГОСе наблюдался ажиотаж. С самого утра сюда повалили желающие поступить на один из факультетов. Некоторые смельчаки подали документы сразу на несколько специальностей. Ребята, с которыми нам удалось пообщаться, признали, что хотели бы попасть на бюджет, ведь контракт им потянуть будет не под силу. В этом году срок подачи документов сократили, поэтому абитуриенты и поспешили успеть это сделать как можно скорее. Среди наиболее востребованных – юрфак, экономика, педагогика и даже журналистика. Одна из пришедших сегодня сдавать документы в Госуниверситет призналась нам, что всегда хотела изучать иностранные языки. Пришла не одна, а с мамой. Поддержка в таком деле, говорит, очень важна. Надеется, что попадет на бюджет. Контракт очень дорогой. Я закончила лицей «Глория» и подала на специальность иностранных языков на переводы английского и немецкого. Почему? Потому что мне очень интересны эти языки, мне интересно работать с людьми и узнавать другие культуры и страны. Средний балл 9.33, поэтому мы очень надеемся на то, что попадем на бюджет, потому что это будет для нас очень материально удобно. Да? Удобно. С мамой мы застали еще одну абитуриентку. Девушка из семьи учителей. Поэтому и выбранная специальность соответствующая – педагог-психолог. Мама во всем поддерживает дочь и крепко держит за нее кулаки. Какую специальность выбрала? Психопедагогику. Почему? Мне нравится психология, и я хочу ее изучать. Это единственный факультет, куда подала документы? Да. Почему мечтаешь именно об этом? С 10 класса об этом думаю. С детства люблю работать с детьми, мечтаю стать учителем. Она продолжает нашу традицию. Она из семьи педагогов. Вы тоже педагог? Да, это был ее выбор. Большинство остальных, с кем нам удалось пообщаться, признались, что хотят получить юридическое или экономическое образование. Какую специальность ты выбрала? Экономические науки, международные отношения и юридический факультет. Смотрю, ты выбрала больше специальностей. Почему? Потому что я все еще думаю, на какой факультет больше всего хочу поступить. Юридический факультет выбрала. Почему? Мне нравится это направление, и я уже много лет хочу здесь учиться. Специальность, скорее всего, экономист, ну, бизнес и управление. Я просто хочу иметь бизнес и управлять им, и сидеть на, как так сказать, на попе и ничего не делать, получать деньги. Еще один востребованный факультет – журналистика и наука коммуникации. По сравнению с прошлым годом, в этом государственном университете Молдовы предлагают больше стипендий. В приемной комиссии рассказали и о новых направлениях. Например, здесь появились такие специальности, как гейм-дизайн, анимация и нью-медиа. 946 бюджетных мест на очную форму обучения, 20 бюджетных мест для заочной формы обучения и 907 мест для обучения в магистратуре. Онлайн подано около 1000 заявок от желающих обучаться в нашем университете. Побывали мы и в Тираспольском госуниверситете, но желающих сюда поступить мы почти не встретили, хотя приехали к полудню. Впрочем, в приемной комиссии нас заверили, что с утра здесь было достаточно абитуриентов. Утром очередь была больше. В Тираспольском госуниверситете мы принимаем документы на 5 факультетов – физики, математики, информационных технологий, педагогики, биологии, химии, географии и филологии. На данный момент у нас есть около 40 заявок, поданных на эти факультеты. Подача документов продлится до 2 августа. Предварительные результаты объявят 3 августа, а с 4 по 6 намечена подача документов в оригинале. Окончательные результаты объявят 8 августа. Документы можно подать и онлайн. До 30 июля включительно.